продолжение нашего видео. Вот мы девчонок помыли, сполоснули. Посмотрите, они все, практически еще все, да, две там очухались. И девчонки расползаются. Очень шустрые ракушки вот так вот прямо шевелятся, двигаются в разные стороны. Вот такой вот мини-домик мы им сделали. Мох, листва. Надо, как ракушки шевелят. Еще у нас вот такой тут черненький слизнячок в мхе попался. Мы его, наверное, отпустим. Не фокусируется, убегает. Вот такие шустрые прилипалки. Прям прилипалки-прилипалки. Двигаются очень интересно. Настя, ты меня толкаешь. Так что, если есть у кого-то предположение в виде улиточки, то реально будет очень интересно и залипательно за ними наблюдать. Вот посмотрите, прям шустро, быстро и расползаются.